Почему кэшуиз в Украине? Потому что у нас работают конверт-центры. Вот ты об этом не задумывался? Потому что у нас есть серый и черный импорт. Потому что у нас за этот кэш скупается потом зерно, у нас аграрная страна, и вывозится, и отбивается НДС. Да. Потому что у нас это все функционирует, и это все можно. Ну, то есть смотри, из этого вытекает два следствия. Первая причина, почему столько много кэша, это то, что нет доверия банковской системе, которая несколько раз падала за 28 лет. И ни бизнес, ни люди, они особо туда не стремятся, потому что в любой момент непонятно, какая будет судьба этих денег. А второе, это безумная налоговая политика. Смотри, я имею там какое-то отношение к ряду застроек в центре Киева. И могу вам сказать, что каждый восьмой, девятый клиент, который готов купить квартиру, выбрал квартиру из-за жесткости банковского мониторинга и невозможности принести сегодняшние банки кэш без справок о доходах и прочее. Пройдя все бюрократические препоны, он просто теряется. То есть вот буквально там 15% клиентуры, там 10-15%, просто не может купить физически квартиру, имея деньги. Ну и что с этим делать? Наводить порядок. Да, какая-то должна быть налоговая амнистия, должна быть либерализация по старым всем грехам, а дальше наводить порядок. Вот давай в этой логике... Нужно превратить деньги наличные в каких-то количествах больше там условно 10-20 тысяч долларов в фантике. То есть, ну, чтобы человек не мог купить ничего. Но сначала ему нужно простить старое, потому что в стране были такие правила. И глупо увольнять сегодня каких-то чиновников за коррупцию в 2018, 2017 или 2015 году. Тогда были такие правила. Должна быть подведена черта. Сказать, ребят, мы дорожим профессионализмом. С сегодняшнего дня правила другие. Работаем на государство, критерии вот такие, поставить им конкретный KPI, да, и каждый месяц жестко отсеивать всех, кто не справился. А у нас страна, где клеймят, у нас постоянно говорят, этот вор, этот коррупционер, этот проходимец, куда остались честные, ну они с кастрюлями на голове, толку от них ноль, один вред, потому что они не способны ничем управлять, более того, под ними не остается профессионалов, и с каждым днем все меньше и меньше. Ну ты же это замечаешь? Угу. Да. И вот эта инволюция идет, деградация полнейшая системы госуправления за счет того, что у нас в стране образовался целый класс людей, которые ничего не производят, они целый день клеймят и рассказывают про честность, порядочность, там, антикоррупционную политику и так далее. А они вообще чем в жизни управляли? Что они построили? Почему они вообще чем-то должны управлять? Почему какой-то большой концерн в нормальной цивилизованной экономике не могут взять руководителя, который в жизни управлял там 12 людьми в какой-то полуобщественной организации, если у этого концерна там оборот 100 миллиардов долларов? А у нас страну с экономикой там 100 миллиардов годовой, с годовым ВВП, могут набрать кучу случайных людей без опыта управления этим всем управлять. Я вот, ну, честно не понимаю. Это сейчас намек на БРДО? Да нет, ну это сейчас намек на действительность. Ты просто прочти биографии, я не хочу переходить к конкретным названиям, просто прочти конкретные биографии и поймешь, на что это намек. А есть ли кадры? Ну, на БРДО в том числе получается. Кадры за пределами БРДО есть? Ну, конечно, есть. Ну, просто как бы нужно свыкнуться с тем, что у всех субъектных людей в этой хаотичной стране есть пятна на репутации.